Захватывающее приключение, множество наград и новые эмоции. Этой весной вас ждет что-то особенное на Majestic Roleplay. Приглашаем вас присоединиться к новому ивенту «Праздник весны», который начнется уже завтра и продлится следующие 7 дней. Выполняйте увлекательные ежедневные задания, примеряя на себя абсолютно разные образы, и получайте ивентовую валюту – лепестки, которую вы можете обменять на награды в меню F2, где также можно найти информацию о расположении всех квестовых персонажей. На время ивента для всех игроков откроется новый парк развлечений в зоне аттракционов. Посетите тир, примите участие в танцевальном батле и зайдите в комнату страха, чтобы получить еще больше лепестков. Билеты для посещения парка можно получить, выполняя задания или в виде открытки от других игроков. Не упустите шанс получить все главные награды этого сезона. Все подробности нового ивента «Праздник весны» вы можете найти в наших социальных сетях. А если вы только планируете начать играть, то вводите промокод «Старт» при регистрации или переходите по ссылке в описании видео, чтобы получить 50 тысяч игровой валюты и 7 дней платинум VIP. До скорой встречи на серверах Majestic Roleplay!